Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Джек Шепард, Ярослав и Артур. Поздоровайтесь, бойцы, которые Всем настроили. привет! Здорово, ребята! Мы находимся на одном из серверов, на которых очень напряженно куча выживших здесь, поэтому мы даже не смотрим друг на друга. Нас чуть не убили только что. Чуть не убили, и мы чуть не убили. Просто началась перестрелка, и в результате, короче, человек куда-то сгасился. Вот. Хотя мы собирались сделать ночную серию, но тут так оживленно, что мы решили просто сходить в выбор днем, потому что там, судя по всему, будут сейчас человеки, и вполне возможно, что придется кого-то из них пристрелить, или кто-то из них пристрелит нас. Как ты на это смотришь, Ярослав? Учитывая, что ты я такой смотрю... шумный. Да не, сейчас аккуратненько просто пойдем. Нет, Ярослав у нас сегодня вообще просто какой-то стелс-парень, в отличие от нас. Мы, главное, сидим вон в центре поля, разговариваем про Watch Dogs трейлер, и тут заходит один. Увидел нас, он, по-моему, даже не хотел стрелять в нас. Просто мы, как все, подорвались. Я в него целюсь, ложусь, пули пролетают у меня над головой, я ему попал два раза в плечо, он убежал. Ребят, никто не успел этого заснять, мы не были готовы к этому. Да, самое главное, что я сидим, что-то разговариваем, я смотрю, бац, входит вот в проход, который сейчас я мониторю, мужик в снайперском этом, в камуфляже, короче, я такой, снайпер, 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 и начинаю, и мы втроем начинаем вставать. Ладно, ладно, давайте понемногу, короче, продвигаться. Так, давайте командуйте, но это говорят, что я много вам командую. Вообще, я не хочу идти в выбор, поэтому, ну, вы говорите, что нужно выбор, поэтому пойдем в выбор. А дерево где? Прям перед нами уже где-то человек. Да ладно. Прям очень близко, вот куда я сейчас иду, там где-то человек. А ты, Джек Шепард, ты не в ту сторону, по-моему, идешь, да? Да все в ту сторону, я смотрю, вот, блин, как раз ребята, оранжевая точка только что была. Пишет трое выживших. Я офигею. Почему-то красная точка, фу, блин, оранжевая, мне показывают, что здесь выживших где-то метрах 50 от входа, вот, который я сейчас... У меня вот такое чувство, что это может зомби, короче, такой баг. Ну, хотя я в это сомневаюсь. Там зомби-то нет. Самое печальное, что мы все разбрелись куда-то. Я под деревом. Тебя-то я вижу, вон ты лежишь. Мне не нравится, что на этом сервере показывают на выживших, стоит примерно в его сторону вести, и я уже вижу, вот, допустим, что так сейчас было лайтинга. Ты смотри, тут человек-человек, а там, то есть у нас выжившие, а там человеки. То есть у меня есть такое... Там по-разному бывает, от кармы, причем... вроде как, насколько я понял, и стрелок было. Так, Джек Шепард, ты где, блин? Я смотрю на выбор. Выбор Давайте он довольно большой. Из амбара. Отползайте к дереву. Там двое чуваков опять самоубиваются, видимо. Так, давай, ой, иди, Джек Шепард. Куда идти? Иди ко к мне, дереву. К дереву. К какому дереву? Вот я вышел. От тебя идти? Чуть-чуть налево, где-то, наверное, на 10 часов. Иди от входа. Вон, вижу лежачего. Пол-лайтинга. Ой, боже. Ребята адреналина хапнули просто. Поэтому ты... Да, да. Один я такой хладнокровный. Мне пофиг. Человек как Шон, да. Да, ребят, к сожалению, зомби не показывает. Ой, зомби там идет, зомби. Зомби, 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 зомби. Спалил? Нет, да нет, ты бы убил его, у тебя же с глушаком. Он сейчас скажет, патрон не хочу тратить. А-а-а. Ну и? Он ко мне идет. Все, он идет. Но не выживший. А, блин, это Артур. А вон что-то человек написал, ребята. Мне только что человек написал, а? Человек у выбора, говорю же, бегает. Нет, нет, прям возле амбара. Это на зомби. Это на зомби. Мне показали у выбора. Человек написал. У Артура нет карты, он не может сейчас. Возле брака сейчас зомби. Вот, возле брака. Ты видел, что это человек? Артур его убил. Ой, ребята, давайте уходить отсюда. У нас тут такой шум уже. Все, побежали. Все, короче, не побежали, а медленно. Да, нам нужно еды, у нас еды вообще нет. Давайте не будем палиться, во-первых. Хотя нет, я не буду ничего говорить, я не буду командовать. Короче, ну просто, блин, надо, чтобы поменьше нас замечали. Что-то мы сегодня как-то серию начали довольно-таки... Опасно. Опасно, да. Вот это вот то, что я стрелял, он, конечно, тихий пистолет, но если кто-то снайпер, то, я думаю, вполне может нас сейчас снять с такого расстояния. Да. Как пишут в комментариях, слишком боишься снайперов. Не знаю, я закрыл комментарий, мне так спокойнее. А мне нравится читать. Это...
До поры до времени. Да, я знаю. Через полгодика надоест. Давайте кустиком. Да-да-да, потихоньку идем. Давай. Я думаю, что не убью тебя при встрече, если ты не будешь стрелять. Не знаю, я же с кого увижу, буду стрелять, вообще пофигу. Джек Шепард потерял веру в людей. Нет, я если не, проходит мимо нас... Я не в людей потерял, я потерял веру в сволочей, которые ходят в камуфляже снайперов и пытаются пилить людей, которые просто сидят и мирно беседуют. Он начал стрелять только после того, как я в него прицелился. Я ему прям в голову прицелился, и он начал шарашить. Я пока вставал, пока доставал АКМ, так, и магазин я у нас валяешь. Вот тут должен быть. Вот этот вот дом, который слева от нас на 10, в него практически наверняка можно зайти. На 10? Ну, двухэтажный. Только я не уверен, но по-моему да. По-моему да. На 210 что ли, или что? Просто на 10, ну то есть по часовой стрелке, если судить, 12 это ты, то есть прямо. Понятно. На 10 часов. Мы привыкли, я по градусам смотрю 10, думаю, что за... Не-не, я сначала тоже подумал, то можно самое, зайти? Потом подумал, что может 210 градусов. Можно? Давай, осторожно, подвесить. Осторожно. Это Зоби пока рядом нет. Вопрос. Хотите поговорить об этом? Туда можно войти или нет? Все. Я пойду с заднего. Вот, да. Я тоже с заднего забегаю, ребята, так что... А, это меня просто заглючило, показало, что... Да, с заднего прохода. Короче, мне показалось, что ты побежал туда, вперед куда-то, но оказалось, что это заглючило. Ребят, тут есть пожрать чуть-чуть. Ну, это хорошо. Уже внутри? Чешский бэкпэк есть. Чехи-то вчера всрали, да? Да. Так, патроны для... А, это карта, отлично. У меня как раз карты нет. Так, правильно, тут три пустых пляшки. В этом, как там, в товарищеском матче-то, по-моему, проиграл ведь. Товарищеский матч, это не чемпионат все-таки Европы. Так, ну, вот на карте у нас как-то странно, бабы. Теперь вот сегодня, вот прям отслеживать положение, вот где мы находимся. На карту сейчас смотрю, и мы все тут. Ну, это, может, все мы только так. Нет, но мы-то друг с другом играем, не знаешь, что мы друзья, и что мы играем. Арма знает все, сынок. Просто если мы видим, то и остальные игроки видят, а других я не вижу. Не, или может она в определенном радиусе только это действует? Как-то? Не, в определенном радиусе. То есть если я подойду к тебе на какое-то расстояние, вон еще один дом заходной. А теперь не отображается. Кстати, Артур, хочешь прикол? У меня все это время карта в рюкзаке лежала. Джек Шепард. Я же говорил, я тебе карту передал. Давай, стой, сиди, пока я тебе кину сейчас карту. Да я взял уже карту, говорю. Взял уже карту только что. А вон там здание управа двухэтажное. Ты в него зашел, Яр? Не-не-не-не, я тут вот сбоку есть маленькая такая. А, будка? Понятно. Да. Тут колесо есть. Я его не буду брать. А, в принципе, если Элиспак, то взять... Сейчас я в двухэтажное пойду. Мне фонарик, в принципе, нафиг не вперся. Нет, я пойду в одноэтажное. Оно закрыто. Так, понятно, Артур в двухэтажном, за ним Ярослав, и я за вами. Да, все вместе, наверное, лучше держаться. Ну, само собой, я это уже понял. О, пепси-кола. Бинты? 60 метров. У кого-то бинтов не хватало вроде. Да пока вроде. У меня морфия не хватало. По бинтам у меня... Морфии у всех не хватало. Морфия вообще не было его недавно, что так, 10. Я вижу магазин, и я иду в магазин потихоньку. Компас кому есть нужен? Нет. Нет, есть. Так, фляжка пустая возьму, пожалуй. Да и все. Вот он магазин, вот он за ним отель. Я здесь бывал. Магазин-то мы видим его заднюю сторону, да? Да. Есть что внутри магазин, здесь куча еды. Это магазин. Офигеть. Так, ну ладно, вы обшариваете магазин, я в отель. Я выдвигаюсь к магазину, пошел. Зайду с заднего прохода. Я сижу внутри, задний проходит. Господи, люди, как это так можете? Винчестер. Блин, а где тут к нему вход-то? Я с боковой, короче, на двери пошел. Без ниля ПМ тут везде. В армии прям всегда такое чувство, что тебя вот-вот убьют. Ну это же хорошо. Атмосфера.
Тут карта так, я есть. Захожу. Давай. Карта уже никому не надо. Через главный вход заходишь? Нет, я зашел уже, я в закутке в этом. Понятно, здесь фонарь лежит. Я в центральном зале. Так, бинты. Бинты — это хорошо. Что я выкинул? Бинты нужно... Где спички лежат с флягой. Так, хорошо. Давай ты лутай, а я буду присматривать. Там есть еще один магазин. Нету больше магазинов здесь. Ты в главном зале, да? Да, я в главном зале. И вот если там через стекло смотреть, то там еще одно какое-то здание, видишь, трехэтажное. Это отель, и я в нем. Вот, это я, это я. Ничего, мы тебя видим. Я даже туда не смотрю. Тут просто машина прям в стене. Я вижу вас просто. Я миролюбивый сегодня. Бинокль кому нужен? Нет, тебе надо попить? Вот у меня есть, у меня две газировки набрал. Более утоляющие. Это еще есть одна? Ну, раз есть, то возьмем. У нас же респак, елки-палки. Возьми, ну. Ну, если покает, бэк-бэк. Так, ты там внутри-то не посмотрел, есть что нет? В этом кармане как раз. Нет, я как-то больше пас. Здесь два бинты, короче, лежат. Две штуки. Бинты у меня есть, в принципе, на всех еще хватит. Тут компас есть, кому надо. Да, компас уже находили. Да. Спички кому нужны? Спички. Не надо. У меня есть. Спички, кстати, они места немного занимают. Я еще одни возьму, на случай, если кого убьют. Да. Хотя можно с трупа будет взять. Ну, ладно, они запас не тянут. Ну, мало ли, что. Ребята... Чё? Тут что-то есть хорошее вроде. Сейчас скажу, что. Так, что-то они по второму разу не берутся-то у нас. Не понял. А ты в этот. Все, в Элиспак. Чё там? Чё-то опять. А здесь, там? Короче, здесь вообще, по-моему, вот форма лежит. Чё? Ты так офигенно объясняешь всегда. Кстати говоря, кто смотрит на моем канале, здесь. О, маскировочный костюм. О, да. О, вон колонка, я пошел. Подожди, с нами держись, вместе пойдем набирать потом. Всем воды нужно. Так, ребят, дайте снайперу маскировочный, а? Я не могу дать кама. Да хоть кама дай, главное, чтобы я сливался с местности, когда я лежу. Раз уж так вцепился. Сейчас в отель зайдешь. Какой этаж? Слушай, ну это второй. Короче, если кто у меня смотрит, то можете заметить, что модели у меня с харе с текстурами. Ой, это такой вуки. Потому что я купил дополнение PMC, то есть Private Military Company. Так, да, я зайду. Давай это. Окей. Поэтому теперь у меня не low-res модели текстурки, не говно. Стой, не рыпайся. Вполне себе ничего. Многие говорят, что когда надеваешь вот этот костюм снайпера, игра, мол, вылетает. Ну, то есть не вылетает, а при следующем заходе игрок оказывается в море. Но это решается установкой бета-патча. Так, ты мне его отдал, да? У меня в Элиспаке? Да, только у тебя не снайперская, у тебя команда. Я понял. Так, и теперь его вот так вот. Хорошо. И тут уже, конечно, сейчас у меня опять текстурки будут говно. Такой дедушка, блин, давай я лучше это Джеку Шепарду отдам. Че, нормальный твой вояка? Нет, ну блин, дедушка в таком камуфляже, ты глупый, по-моему. А дедушка труп, это лучше? Джек Шепард, ты где? Ты все-таки куда пошел? Я у колонки, да, сижу. Ох, елки-палки, какая у нас все-таки слаженная командная работа. Да нормально тут все, я, блин, вас пропаливаю, чтобы к вам никто не зашел. Ага, хотя кто пропаливает? Сам здесь вечно. Да кто меня должен пропалить? Вокруг меня, блин, одни эти дома. Ага, на это и рассчитано. Хорошо. Ой, одни камикадзе, кругом. Сейчас я тебе отдам этот. А я его не могу снять, наверное, да? Нет, у тебя есть цивилион костюм. Одеваешь цивилион и отдаешь кама. Зомбики тут ходят. Так, вы здесь говорите, можно где-то воды набрать? Да, часы. Я прямо у колонки. Вот это мне привычный. Текстурки не говно. А ты второй этаж весь облутал? Да, на третий иду. Я же думал, там все зачистили. Так тут большое здание, офигеть. Кто стрелял? Я не стрелял. Это ты, наверное, шаги мои слышал. Снайпер поднимается по лесенке. Это я. Ладно, видишь, что у меня хорошо. Это ты стрелял? Короче говоря, Джек Шепард, Ярослав у нас выглядит как вуки. Если увидишь его, то не стреляй. Вуки. Не сразу хотя бы стреляй. Ты на третьем этаже, Ярослав? Да.
Ты через по другой лестнице, что ли, поднялся? Вот не знаю. Да, как раз я и видел. Да, вон я тебя только что увидел. Тут просто, понимаешь, на выходе тоже много вкусняшек лежит. Башмачник, хлебозавод. На треть. Магазин PM Fire, 45-й калибр, часы. Часы кому нужны? Ой, я жрать хочу как раз. А, блин, а у нас есть что пожрать, нет? Чуть не упал. Пацаны меня спалили, я бегу к вам. Куда? Кто спалил? Зомби? Да зомби, зомби. Человек, если бы спалил, я бы тут так бы не говорил спокойно. У кого есть пожрать? Дайте мне пожрать быстрее, я жрать хочу. Давай, давай ко мне, на второй спускайся. Кто стрелял? Да я зомби. Да понятно, но просто нужно уточнить, если вдруг не ты, то... Да. Я потом, если бы не он, то это было бы... А, кто стрелял? Давай мне вали спак. Я садись. Джек Шепард, поднимаешься, говори? Поднимаешься. Да. Лежит. Все, положил. Вот так вот до автоматизма доведем, когда, что, мол, вот я поднимаюсь. И тогда когда-нибудь у нас будет такой момент, что Джек Шепард случайно меня не пристрелит. Или меня. Видите, да, какие они. Боятся. Не боимся. Так, что еще в выборе у нас может быть? Джек Шепард, иди сюда, я тебе камы камуфляж дам. Мне страшно. Я просто дедушка, и мне как бы он не очень идет. Ты где, Джек Шепард? Слушай, вот, дай, вот пошли, я блин, прям за Ярославом, я сейчас зарежу его ножом. Че, Петросян, здесь? Так, сиди, не двигайся. Так. Так вот, и нормально. И все сели, смотрят в одну сторону, Ярослав даже да не шевелись ты, блядь. Там сзади кто зайдет. Не шевелись. Блядь, ты меня зажал, я не могу двинуться. Я два хода пытаюсь. Ох, да что ж так сложно-то все, блин, елки-палки. Сядь спокойно, не рыбайся. Так, о, у тебя банка бобы есть, да? Была. О, у тебя банка бобов есть. Так, подожди, где он у меня? Ой, чё ж я такой сегодня? Твоютно. Ну да. Так, давай. Все, посмотри. Где? В этом рюкзачке, да? Да. И что с ним делать? Просто надень правой кнопкой. Ставь его в инвентарь правой кнопкой и надеть. А, хуер. О, красавчик. Красавчик. Это меня может. Господи, где моя кепка? Какого черта я такой мыльный? Одному мне эта одежда идет. Это ж вообще все мыльно, капец. А вообще мне эта одежда идет. Нет, мне вот эта одежда идет, цивилиан. Так, куда теперь? У меня в очочках такой. Ну дальше подождите, ищем дальше здание для лута. Да за водой, там же вода есть. Сейчас, да, кстати, подождите, нас. Покажите, где вода. Да секунду, дайте там на пустошку направление себе, вот так. О, ведерка кола еще лежит. Все, мы осторожно, человек показывает какой-то позади нас, видите, на карте? А вы где? На выходе со сторонней улицы. На северо-запад. Видите, нет на карте. Там зомби. Это зомби так отражает? Два человека мне показывают с двух сторон. Что-то я не уверен. Я вообще не понимаю правила этого сервера и почему он отображает других игроков. Это зомби отображает. Я уже а видел почему других зомби, зомби не отображает? А почему так не за мной? Так, там куда? Зомби сейчас будет слева от тебя, Сигизмунд. Сигизмунд. Опять он запикет, да, что так? Ты закрываешь, что ли, надпись? У нас же... Да ничего не закрывает, я шучу же. Кто стрелял? Нет, это я наступил просто очень быстро. Так. Слева от тебя башмачник. Вот туда и пошли. Вообще сервер, на этом сервере что-то закрывать бесполезно, потому что я смотрю на тебя и вижу твой ник. Слева от тебя сейчас будет зомби. Аккуратно. Так надо просто поставить черный экран на всю игру, там кусочек открыть, пусть радуется. Так, у меня аж 3 водички. Давайте набирайте, я пока вас прикрою. Ну давай. Так. У меня что-то, по-моему, перебор этой воды. Хотя, в принципе, воды перебора не бывает. Не, знаешь, бывает она действительно. Фляжка пустая, еще одна. Наполнить фляжку. И две пока сложу сюда. Короче, у меня 3 фляжки и еще 2 банки с водой. Полный набор. У меня 4. Так, и пару обоим себе закину. Да, это похоже, что-то зомби отображаются, потому что они как-то очень медленно двигаются. Тут часы лежат. Каждый раз разные.
меня. Там, кстати, вышка какая-то есть по карте. А, вот видишь, теперь ты смотришь на Ярослава, у него написано снайпер, а у тебя написано сурвайвер. Снипер. Да, у тебя... Один ты несчастный, абсолютный выживший. Так что не думайте, что там что-то эдак. Ладно бы мне это что-нибудь прибавляло. А вот там, вот около этого памятника, есть еще одно здание управы. Ну, так понимаешь, подъем на второй этаж закрыт. Да. Там меня тоже... вот так намного тяжелее видеть в траве на самом деле. Я тебя вообще хрен увидишь, если ты шевелиться не будешь. Я знаю. Поэтому... Но так как ты бегаешь полный рост по полям, я думаю. Поэтому... Вообще не поможет. Подавись. Давайте этим камуфляжем. Он мне нужен, но ты подавись. Подавись. Я буду вас прикрывать в обычной кепочке и светиться своей белой рубашкой. Господи, тебе дать снайпера? Нет, не надо, не надо, на самом деле. Вон, вон домик есть. Пошли в управу. Башмачник, либо завод. Какие-то здесь ограниченные, не знаю, люди жили. Им только башмаки надо было чинить, хлеб есть. Они... Башмаки стирали. Вы где, ребята? Вы за мной не пошли, что ли? Я не знаю, я в доме заходил. I'm in the house. Короче, вот тут памятник стоит на площади главной. Справа от памятника двухэтажный дом. Ну, как двухэтажный, на второй этаж, чтобы не подняться. Да-да-да. Большой вот арка, где я внутри. Ты внутри? Да. И я внутри такого дома. Вы шутите, что ли? Нет? Нет. Никого. И у меня нет. И у меня нет. И мы все внутри находимся в двухэтажном доме. Мы все в разных домах. Это замечательно, да. По-моему. Это так, здесь фляжка пустая, шляпа всякая. Да, винчестер. Вот, вот ты сейчас... появился. Это у нас залагало, похоже. Я снайпера вижу. Да, вот появился этот Артур. Смотри, да вот такие лаги. Ярослав, ты слева, ходим по одному дому. И думаем, что в разных. Значок плохой связи, возможно, сейчас разрыв будет. Ребят, смотрите, мы сейчас пустовку... Пустошка же рядом, да? Пустошка, да, она на Юпите. Пустошки. Пустошки, туда, кстати, идем. Очень хорошие вещи бывают, говорят. То есть люди пишут, кто в пустошке, и мы идем туда. Отлично. Да, мы идем туда, потому что надо. Пустошку нам нужно туда, в ту сторону, на сауф идти. На сауф. На юг. Ну, нам вообще на 220. Ой, блин. Мы доходим до пустошки. На 220. По дороге, короче, так, справа от нас что-то зомби, я слышу. Да, да, вон. Ой, это их там дофига. Двое есть. Машину тут, кстати, тоже не нашли. Почему у нас так с машинами такие проблемы? Ой, это сколько комментариев было. Вы нашли машину, ее бросили. Да, там, блин, в этой деревушке не было ни бензина, ни колес. Чем мы с ним делали? Так, нам как-то нужно пройти, чтобы вон того зомби не загреть. Хотя бы можно было... в лесок? Ну, в лесок. Давай, да, на самом деле. Итак, мы до пустошки по этой дороге. Вон там уже пустошки, видать, они очень близко находятся. 900 метров. Справа осторожно. Ты прям сегодня радуешь нас цифрами. Нет. У меня на карте значок, я все вижу четко до пустошки. Вообще расстояние очень просто проверять до объекта. Проворачиваешь колесико мыши, и тебе показывают, сколько места до того, куда ты сейчас смотришь, то, что в центре экрана. Ну да, есть такое. Это вот мне снайпер очень удобно. Так, пустошки у нас... Кстати, у меня хуманити резко на минус 1000 упал. Почему хуманити, а не хьюманити? Хьюманити. В смысле, а где ты его проверяешь? Ну, рожа бандита. А с чего? У меня вообще такая... А у меня тоже, кстати, говоря. У меня такая... 1000 чертей. Да-да-да. У всех такая. Ну, я, по крайней мере, попал по этому персонажу. Не, у меня была только что мордочка такого ангелочка. Не, за попадание, по-моему, не должны давать. Ну я не знаю, тоже с чего, потому что в предыдущей серии мне все хорошо. Ты скин сменил, это баг такой. Слева ангар, заходим в него. Ангар или амбар? Амгар. А где он? А, вон он. Если он там сейчас Снайпер. Перегорожен будет, то у кого-нибудь есть ремкомплект? У меня есть. Меня больше не радует, что люди пишут, что... Меня не радует то, что чувак с камуфляжем двигается вместе со мной вперед, хотя должен как бы в нычке лежать. Ты хочешь, чтобы я лежал в нычке? Окей. Ну или Артур хотя бы, так у него снайперская винтовка. Не-не-не, нормально, я вас прикрываю же, я осматриваю окрестности. Идите вперед. Давай. Давай, Шепард. Там зомби. Зомби прям на зомби идешь.
Добрый день. В каком погода, месье? Давай кинем дымовуху. Ты сейчас долго так будешь ждать, пока он отойдет? Да я обойду просто и все. А там обход офигеть как далеко. А ему честь можно отдать? Ну, в принципе, да. Не только честь. Можно еще и это. Можно и полностью ему отдать. Пошляк. Вообще не говори. Не, ну если тебя зомби загрызет, то это будет именно он, так. Он бежит за... За кем он бежит? На гранат он бежит. Все-таки кинул? Нет, он за Шепардом, да. Вон, видишь? Вон, вижу дым, да. Так ты его как-то прям ко мне кинул. Да вообще, ладно. Тут топор, куча пустых банок консервных. Да, в принципе, нормально кинул. Они метров 10 даже, если ты в 10 метрах от них будешь бегать. Когда они вот около этой... Я внутри. Дымовухи. И что там? И тут все в дыму нахрен. Здесь есть бензобак. Кстати, да, дым сквозь стену идет прям туда. Это арма, сынок. Блин, сколько зомби? Мне нужен респиратор. Блин, ну все время мечтал об этом скине. Один раз нашел, но меня убили подло. Один зомби грызет всего твою дымовуху. Как-то ты странно кинул. Да, в принципе, самое главное, что тот, кто нам нужен был, ушел и все. Да. Так я просто, видимо, ему в лоб попал конкретно. На втором этаже здесь пусто. А хотя нет, вот сейчас этот пристройчик. Тут канистра и ничего больше. Короче, бензобак и канистра здесь. Бензобак? Бензобак есть. Да, бензобак. Давай я бензобак лучше схожу и возьму вместо канистры. Канистры гораздо проще найти. And I shoot you in the head. Захожу. Maybe. Давай. Эти не поймут. 700 метров до пустошки. Так, сейчас я тогда выкидываю канистру. Она, конечно, полная, но, блин, канистры гораздо... Ну, тут наверху тоже канистра лежит, так что... Эти канистры, они кругом валяются. Их не так мало. Хотя у вас или спаки могли бы, блин... У меня места нету. Ладно, ладно, я не придираюсь. Он там столько лута понабрал между собой. У меня 4 обезболивающих. Вместо инвентаря. А сколько он занимает квадратов? 4, что ли? 8, наверное, я думаю, может, 6. 8? 6? Кого, точно кого увидел? Я слышу, что он кого-то увидел. Слышу, что он кого-то увидел, круто. Так, ну ладно, тогда хрен с ним. Так много места у меня нет, тогда я канистра пока возьму пусть полную. А где канистра? Поднимись пропала. Наверх, возьми там. Ой, блин, да что ж такое? Это арма, сынок. А, я ее к себе положил. Обратно. Все нормально, короче. Это я протупил. Я все не привыкну, вот путаюсь постоянно, когда выкладываешь то ли ты на землю, то ли себе в инвентарь. Так, они подходят к главному входу. Зачем туда идешь, Сигизмунд? Он прям там стоит, около тебя. Или ты за... А, понятно. Не беспокойся, Дэнчик. Все и... понятно. Мне показалось, рожа, что... Ты идешь прямо в эти ворота у меня. Ну, я лучше сейчас мы пойдем обратно. Че, Ярослав, как там у нас со вторым входом? Ну, то есть, с которого мы зашли. Который я тоже закрыл. Ну, ой, слева там где-то сзади, слышишь. А, Артур, нажми Q-E. Я вообще-то сейчас возвращаюсь к Ярославу. Ты ой, пилишься в дверь. Ой, мне. Осторожно, тут тоже зомби ходит. А у меня... Уже? У меня Артур пилится возле зомби. А у меня пилится просто в дверь. Я внутри около колонны стою, короче говоря. Ангара, который я закрыл. Самое главное, на лаге не умереть сейчас. Ой, да не на карты. Ой, блин. Нам сейчас будет. Я не знаю, где. Там, кстати, смотри, целый ручей, кто-то говорил, нету таких, никаких этих. Сейчас парни отлагают сегодня, волнуйтесь. Все будет хорошо. Короче, я выхожу и иду, короче, тем путем, которым пришел. Там зомби, аккуратно. За стеной? Ну, где-то метрах в 5-6 слева. Да вроде нет. У меня ходит. Иду вдоль стены. Вижу, Ярослав сидит. Я не сижу. Я уже под соседним деревом лежу. Ой, что такое-то, а? Идем по приборам, бывает. Как часто бывает. Что ж поделаешь? Понятно. Отлично. Сколько времени? Чего мы ожидали? Да блин, 20.
9 минут. Сейчас продолжим, значит. Да, тогда останавливаем запись и сейчас продолжим. Ух. Ладно, все, продолжаем. Короче говоря, мы оказались... нас вынесло. Мы находимся примерно там же. Ночь наступила, как видите. Вы же просили ночную серию. Вот мы и будем бегать ночью. Ночь у нас лунная, конечно, луна затянута тучами и вообще куда-то ушла, поэтому я уже нифига не вижу. Но... Вон, у Ярослава есть ПНВ. А у нас с Артуром нет ничего. А у меня есть кое-что, а у тебя вообще ничего нет. Да, потому что у меня полуфонарь, но я выкинул. Так, в какую сторону нам к пустошке идти? А я не знаю, куда вы отбежали, ребята. Вон туда, по-моему. Сейчас пытаюсь по карте сориентироваться. Так, мы были в выборе, да? Мы отошли назад, сейчас мы где-то вот здесь в полюсе. Нам где-то опять на 220 идти. Если в пустошку, то нам надо какую-то здоровую дорогу здесь где-то увидеть. Ну, это значит, нам нужно отсюда бежать. Опасное место, в принципе-то. Пока я смотрел карту, я вас потерял. Видишь, вот луна, прям на луну иди. Увидел вас в свете луны. Ой, как темно, а. Да, вот на прошлый сервер мы заходили, но только мы с Артуром смогли было зайти, вот там было вообще классно. Сейчас вот, блин, тучи столько, что, отойдут, похоже, не отойдут они. Надежда умирает последней. Так, вот дорогу вижу. Бежим к дороге. Да, дороги. Тут нельзя значки ставить. Ну, вообще хороший сервер. Это какой у нас сервер, как называется? NU8. Нью-Йорк Сити, по-моему. NUC8. Да. И тут, тем не менее, полно русских, если по чату смотреть. Да. Ну, и тем не менее, вроде более-менее круто. Ну, главное, чтобы этот... Один из них написал, а когда ночь закончится? Ой, главное, чтобы мне писали, а вы серию пишите. Да ладно, у нас, я вообще себе... Ну все, хватит о них. Чем больше ты им уделяешь времени. Как говорится, не поминай. Всплывает ведь. Так, вот по этой дороге нам сейчас нужно направо пойти до упора, там будет пустошка, если это именно та дорога. Я, конечно, в темноте ушел, хрен знает куда, поэтому... Ну, сзади у нас вот, если посмотреть налево, вот до упора, там выбор. А это дорога разве? По-моему, это вода. Это дорога. Третьих нет. Место такое, я бы сейчас флайер достал бы, но... Блин, неохота палиться. Тебе Джек Шепард Фаер нужен? Это вода. Да, у меня нету пока что. Сказал ведь это вода. Так, тогда смотрим, корректируем курс. Ну ты звуком чувствуешь, что это не вода? Ты сейчас утонешь, вот ты и почувствуешь. Это брод, похоже. Это земля, это поле. У меня Night Vision. А у меня выглядит все как вода. Да, у меня тоже. Поверьте, Ярик. Так, ребят, все, вон туда. Вон там пустошка, вон, да, вон церковь, где есть. Ко мне бегите, если по градусам это 100. Да, 200, мы тебя так видим. Я уже не вижу, у него такой костюм, что он сливается. А, так это я Артура вижу, значит. А вот все увидел. И на 200 градусов. Значит, проедем. На луну, короче говоря, идем. Да? Как волки. Так, давайте особо не светить. В принципе, нам все видно. О, сейчас луна выйдет, сейчас будет светло. Минут 15 сейчас нам будет записывать, чтобы полная серия была. Нормально. Что-то я бы не сказал, что намного светлее стало. Как днем. Ну, с прибором ночного видения, это понятное дело. Да. Честно украл. Ой, вы исчезли у меня. Че, опять что ли серию шикарно? Я бегу вперед. Я увидел вас. Мы будем по луне ориентироваться как-то все-таки. Кого-то убили. Чего, Ярослав, говоришь? Ну, 200 градусов, грубо говоря, бегите, и будет вам счастье. У тебя голос робота у меня стал. Вот. Нет, у него голос не робота, а того из Saints Row 3. Там же был такой. Ну да-да-да. Который нас катал. Я не понимаю таких шуток. Конечно, не понимаешь, ты же себя не слышишь. Играл, поймет. Нет, Saints Row мне только подарили, я только его множество играю. Ну там буквально... Кстати, спасибо людям за это. Какая-то пятая, может, или может, десятая миссия. Ну где-то там не так далеко. Так, Джек Шепард, я тебя перестал слышать, ты где находишься? Я прям за тобой иду, у меня желтый значочек теперь. У меня а, теперь все, желтый все, значочек, понял, да. Так, Ярослав, ты где? Я возле церкви. Да. Ты уже дошел до нее, что ли? Нет.
Я иду прям за Артуром. Осторожно, вижу. Зомби очень близко спереди. Вижу, вижу, вижу. Аккуратно за тобой прохожу. Так, я к березкам. Короче, я подойду к Чарли, чего вы там подгоняете? В пустошке я был не раз. У меня ощущение, что в пустошке не входная церковь. Ой, не знаю, я вижу дом входной, я в него иду. Ты вот так там аккуратнее ходи, мы же, блин, увидим кого-то, слячить можем. А ты не стреляй. Да, и тогда по нам вот стрелять впервые. Вот если Джек Шепард, ты агрессивный стал какой-то. Да, нас сегодня чуть не убили, блин. Какая-то, блин, не знаю. Так мы втроем сорвались, начали по нему пулять. Конечно, нас он начал... Мы сидели вообще в круге, хотели серию начать. Я когда ему в голову навелся, он начал меня стрелять, и то не попал. Он зашел, увидел нас троих, он оружие тут же сменил в руках и начал гасить палатку. Но потом он неплохо так, и мне кости поломал, и ничего. Ой, справа прямо от тебя идут двое. Справа, слева? Фу, слева, блин, я уже путаюсь. Слева я в заходном домике. Идет прям к тебе. Вижу, вижу. Так, мы ко входу подходим, кстати говоря. Да, здесь табличка входа-выхода из города. Зайдет. Я тут в домике входном. Да, там пустошка. Винчестер лежит. Знаешь, что нужно было сделать? Блин, дров, конечно, нет. Просто разжечь костер где-то вот там на пригорке, все зомби бы на него побежали. Было бы гораздо проще. Ну или фаер. Это я. Где? Я прямо сбоку слева тебя. Ты шутишь? Мы с Артуром вдвоем, здесь нет никого. Да посмотри назад. А, все вижу. Я думал, ты там с каким-то мужиком Лем ходишь и думаешь, что там... Зомби не видит фонарик? А, без понятия, не проверял. Вот этот дом входной, скорее всего. Ты в нем был, да, Ярослав? Да, 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 да. Так что продвигаемся дальше. Ты только на зомби так как бы не свети. Блин, так атмосферно это выглядит, фонарик здесь клево сделан. Тихо. Реалистично здесь идет. В третьей части еще лучше будет. В третьей части вообще освещение. Так, тихо, тут зомби за углом. Да. Сейчас посмотрим, как он отреагирует на меня. Если что, бежим в входной домик все. Если что, Артур к нему фонарем кинет, как это. В пещере там был с факелом-то. Зомби маздай. Как из Вентуры-то? Да, помнишь, он там типа, о, зато у меня есть факел. Получите, твари. Так счастливо. Зачем я это сделал? У меня есть фонарик. А, ловите, сволочь. Так, я магазин там вижу. Я да, тут есть магазин, кстати. Ой, ты зомби, чуть правее тебя. Ну, вроде ему как-то вообще плевать на свет. Расслабься, ему плевать пока что. Почему я в полный рост хожу? Опасно ходить с фонариком, подальше от меня держитесь, если что, чтобы вы могли, да, по крайней мере, смогли меня взять. Ой, да прям. Артур, у тебя скоро уже фобия будет, просто ты будешь идти по улице в жизни и там видишь горочку, будешь думать, что там снайпер лежит. Ты посмотри просто в стиме у меня, сколько у меня часов наиграно в арму. Я знаю, о чем я говорю. Лучше от меня подальше держитесь, как обычно они лупят и думают, что я один. Так, захожу внутрь. Здесь пустые консервные банки. А вот здесь мне, Артур, твой фонарик охренеть как пригодится. Ага, и нашим недоброжелателям тоже. Ребят, вы фаер возьмите так. Вот, пусть Артур проходит, я буду крыть сзади. Ты просто освещай место. Бинт. Так, Ярослав, зайдешь, дверь закрой. Я уже зашел и ничего не закрыл. Вот здесь еще один фонарь лежит. Тебе нужен фонарь? Ну, у меня пистолет вместо фонарика-то. Здесь кто-то идет. Это я, идиот. Я тебе три раза говорил, тут я. Джек Шепард, ты что ж такой нервный-то, а? Он, блин, зашел уже и сказал, что зашел. Я-то думал, что он зашел за нами. То есть он сзади был. Магазин для чизида, фонарик, магазин ЭПМ, газировка кола, я ее выпью сразу. Какую? Тут две газировки кола. Да я тоже так попил. Ну продвинься, че сел? Блин, на собой пристрелят. Я сейчас выстрелю. Тихо, тихо, спокойно. Свои подписчики, ребята, тут и без нас. Мои подписчики этому очень обрадуются. Да, и тоже. Мне обрадуюсь я. Да я... Неужели я такой плохой? Я не знаю. Я вам правду скоро в это буду верить. Они просто вот увидишь, если еще кого позовем, они скажут, фу, втроем было лучше. Потом через 10 серий спустя, да вы лучшая команда Эва.
Не-не-не. Да лучше нам далековато, конечно. Ты смотри, как мы светимся. Без беда, ненависть. Химсвет зеленый здесь есть. Хитпак. Коробок спичек. Да хитпак пока что я не увидел, чтобы он хоть раз пригодился. Жратва! Как химсвет использовать? Как флайер так же? Ой, как флайер. Чей флайер называется? На дискотеке слишком много ходил. Это было тупо. Ты не можешь его оттуда подобрать, я так понимаю, да? Видимо, нет. Я потому что хотел вообще его кинуть вперед. Ну это, будем считать, что это люстра. Все, уходим отсюда. Ударился о потолок и упал вниз. Берешь его в руки, короче, и ходишь с ним, как с этим. Я погасил. Так, а там спереди не машина? Нет, это не машина. Так, Ярослав, задай нам направление. Дом прямо напротив. А, нет, меня не задает. Ярослав задает направление к церкви. Я думаю, это оптимальное направление. И после этого мы идем, выходим с города и идем прямо к Зеленогорску. Вот, кстати, идем справа очень, от нас, дом управы. Тихо. Зомби. Не господин, пока. Пугай меня так. Пока. Дом управы справа. Вот кто на него смотрит. И туда можно зайти. За реки еще один. Где справа? Да, есть. Вот на который ты светишь? Да. Вот, ребята, вот чего вы ждали 30 с лишним серий. Слушай, давай чисто ночью играть все время. Это офигенно, по-моему. Я согласен. Только вам бы ПНВ найти, ребятки. Нет, мне с фонариком нравится. Да, мне, знаешь, как атмосферно, когда Артур мне с фонариком... А заметили, да? Свечет? Нет. Тихо, вроде. Путь мне фонариком, когда свечет, это, блин, так круто. Так, что у нас тут лежит? А, пэмпс там, бутылка, охотничий нож. Блин, вот теперь я рванулся, как Ярослав. Случайно нажал два раза вперед. Это действительно бывает. Ну как ты посмел? Все, Артур, так, охотничий нож никому не нужен, да? Они меня услышали, да? Да, услышал еще. Блин, так далеко был. Да, стоп, давай я одну из бусинок сниму. Зачем, блин? А я уже выстрелил, да. Ну все, уже, снимай сам. Ты куда убежал? Я наверх поднялся. Ой, не могу. Почему здесь нельзя развернуться в этом проходе? Блин. С плеча стрелять довольно удобно. Да елки-палки. Как я не люблю местную анимацию. Так, ладно. Ну что ж, вот если бы такая накладочка была, когда ты у нас Джек Шепард, помнишь, был при смерти и падал в лому? Да. Это было бы круто. Кто химсвет кинул? Я кинул. А он что, к стенам липнет, что ли? Я не понял. Да. Ну вон, я его в угол кинул, чтобы здесь светло было. Ну то есть не палевно из окон, если смотреть, но и нам светло. Мне и так все зеленое. Ладно, давай к церкви подвигаться понемногу. Так, я уже, кстати говоря, потерял, где у нас церковь, в какой стороне, просто буду идти за вами. О, замечательно. Вы издеваетесь, что ли, да? Две серии, два куска одной серии. Ребят, ладно, время. О, уже нормально. Там еще один магазин. Или мы оттуда вышли? Я хочу церковь проверить, да на этом завершить сегодняшнюю серию. Блин, вот получится это у нас, нет. Ну, видите, что с серверами DayZ творится в последнее время. Это капец какой-то. Ждем, короче, до 25-30 секунд. Если нет, то уж прекращаем серию, потому что, блин, ну, что-то нереал какой-то. Можете прекращать серию, сервер пропал полностью. Замечательно. Ладно тогда, всем пока. Да, давайте прощаться, Ярослав, попрощайся. Да, друзья, всем до скорой встречи. Сегодня как обычно, сервера подводят. В следующий раз найдем сервер получше. Надеюсь, вам понравился этот ночной такой геймплей, потому что мне понравился очень, вроде остальным бойцам понравилось. Это было круто. Да. Короче говоря, свежие впечатления. Увидимся завтра, продолжим заниматься этим же. Опять же, пойдем ночью. С вами были Артур, Ярослав, Джек Шепард. Пока.